Украинский выбор предупреждает. Ассоциация с ЕС опасна для нашей страны. 7 ноября 2013 года в Киеве активисты общественного движения «Украинский выбор» провели очередную акцию по информированию граждан Украины о последствиях возможного подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Кто предупрежден, тот вооружен, уверены активисты «Украинского выбора». Общественное движение «Украинский выбор» призывает всех граждан Украины объединиться, чтобы остановить экономическую деградацию страны и спасти будущее наших детей. Что же сделать? Наверх автом же все решили. Дело в том, что украинская власть, она неоднородна. Есть в украинской элите все-таки настоящие патриоты, как лидер нашего движения Виктор Владимирович. И я думаю, что если такие люди придут на власть, вот, то тогда и наши идеи будут главными, будут основополагающим фундаментом для строительства принципов развития нашей страны, то тогда проблемы вот эти вот исчезнут. Новейшая угроза и безработица, и внешнего долга ее просто не будет. Многовекторная политика правительства уже привела к закрытию многих украинских заводов и предприятий. Но ассоциация с ЕС приведет к закрытию целых отраслей украинской экономики. Ассоциация с ЕС не улучшит благосостояние украинского народа, а принесет небывалый рост цен на продукты, на коммунальные тарифы, на проезд в транспорте. И все это в условиях тотальной безработицы и увеличения пенсионного возраста. Люди должны знать, что их ждет не безвизовый режим с ЕС и еврозарплаты, а жалкое существование на задворках Европейского Союза.